Crowne Plaza Уфа Конгресс-отель полностью соответствует всем требованиям к пятизвездочным отелям. Свидетельство о присвоении высокого статуса глава Российской гостиничной ассоциации вручил в день презентации нового бренда в столице Башкортостана. С 1 июля этого года звездность станет обязательной для всех гостиниц с фондом более 50 номеров, заявил Геннадий Ламшин. Ну а я с удовольствием привез вот это свидетельство о присвоенной категории 5 звезд, единственной в республике, в соответствии всем требованиям и критериям действующего положения о классификации в стране. Поэтому тут на 100% все, да в общем-то даже и выше, больше 100%, действительно все соответствует. Спасибо большое. Для нас это очень почетно, потому что мы действительно ждали этот документ, и теперь полноправно это будет документ висеть на видном месте, чтобы наши гости действительно видели, что наши 5 звезд подчеркиваются не только на словах, но и на деле, на документах. На пресс-конференции с участием ведущих российских и международных экспертов индустрии гостеприимства, известных блогеров и журналистов, руководители отеля рассказали о новинках, которые они подготовили для гостей. На удаленной видеосвязи на вопросы отвечал вице-президент мировой гостиничной сети «Интерконтиненталь», в которую входит бренд Crowne Plaza, Аарон Либинсон. Он отметил, что 3 из 5 лучших гостиниц Crowne Plaza в Европе находятся в России, и выразил уверенность, что вскоре к ним присоединится и Уфа. На самом деле очень-очень рад, что все так случилось, и я очень благодарен Андрею Геннадьевичу Назарову за совместную работу и за действительно тот вклад, который он делал и продолжает делать в гостиничный бизнес в Башкортостане. И мы бы хотели быть уверены, что наша помощь и наша поддержка здесь, как международной гостиничной сети, позволит еще лучше продвигать Уфу на международной арене как место встречи деловых людей. Объект мирового уровня станет центром притяжения в столицу Башкортостана масштабных событий. А это значит, повысится узнаваемость региона и возрастет объем привлеченных инвестиций, отмечают эксперты рынка.